Вау, да что же вы делаете со мной? Вау, куда это нас занесли в вулкан? Ребята, я попал в вулкан, падаю. А перед просмотром этого видео не забудь подписаться на мой канал, а также поставить лайк этому видео. И чтобы не пропустить мои видео, нажми на колокольчик, а также прокомментируй, пожалуйста. Приятного тебе просмотра. Всем приветики, дорогие друзья, вы на канале Вечное Детство, с вами, как всегда, Юра, и сегодня мы будем продолжать играть в игру Гренни Смит, то есть бабушка в погоне за воришкой. Так, дорогие друзья, ну что ж, давайте, тут мы прошли с вами, только не собрали ни одного яблочка, ну ничего, давайте перейдем к следующему уровню. Так, на чем мы здесь закончили? Так, бабуля, поехала, поехала, поехала. Вау, вот такое сальто у нас, бабуля. Ой, бабуля, мимо. Ох, разбились. Ну ничего, давайте еще раз повторим. Ничего страшного, сейчас мы покажем, на что мы способны. Опа, отличненько зацепились. И отличненько, идем, отлично. Ого, ребята, вы видели, как бабуля просто перелетела воришку. Все, мы теперь первые, Вау, ребята. Ой-ой-ой, не получилось зацепиться, но ничего, тем не менее, мы продолжаем нашу игру. И едем, гоним. Посмотрите, какая скорость у нас, круто, нереальная. Вау, мое яблоко забрал он. Ну ничего, ребятки, ничего. Мы сейчас догоним обязательно его. Давай, бабуля, быстрее, бабуля, давай, сальто. Бабуля пошла, зацепись, отличненько, все. Опа, опять сальтуху и опять цепляемся палочкой, дорогие друзья. Ого, вот это два яблочка мы с вами собрали в этом уровне. Это просто замечательно, просто отлично. Так, ну что ж, дорогие друзья, давайте перейдем, собственно, дальше, посмотрим, что у нас дальше. Так, какой у нас уровень там открылся? Так, воу, давай. Так, здесь мы прошли, здесь тоже, давайте здесь, вот, открылся новый уровень. Поехали, бабуля, давай, пошла. Сальто и цепляемся. Отлично, за провод и от... Ой-ой-ой, перелетели яблоко, ребятки, не взяли, ну ничего. Это что такое-то, а? Давай, бабуля, поехала. Ой-ой-ой, бабуля головой разбивает у нас стекла двери. Все, что есть у нас, бабуля. Давай, бабуля, сальтуху цепляйся. Отлично, давай еще раз. Сальтуху цепляемся второй раз. Давай еще раз третью сальтуху. Отлично, вау, ребята, чуть не упал. Но тем не менее, наша бабуля продолжает дальше. А, не успеем никак мы уже, конечно, зацепиться. Нам ничего больше не остается, как просто ехать. Вау, погнали. Ой-ой-ой, яблочко, забыл яблочко, дорогие друзья. Ничего. Не взял я яблочко, но тем не менее, ребятки, я первый пришел к финишу. Догнал вора все-таки. Это просто отлично, просто замечательно, я считаю. Так, кто следующий у нас? Так, а это что такое? Ребята, у нас открылся, наверное, уровень за пса, ребята, посмотрите. Все, теперь мы можем собачкой играть. Погнали. О, все, ребята, мы с собакой. Ребята, у нас вместо палочки косточка. Посмотрите, какой прикол. Мы теперь собака играем. Вот это прикольно. Собака гонится за вором, потому что бабушка уже изрядно устала. Ой, да что ж такое. Давайте переиграть возьмем, потому что что-то немножко не получилось у меня. Давай. О, не выдержали, что ли, меня. Давай, собачка, пошел. Опа, и мы яблочко собрали. Отлично. Так, супер. Так, собачка, ну, ты умеешь, бабушка, наверное, ушла отдыхать, а собачка ее сторожевая пришла на помощь. Давай, сальто, перескакиваем. Отлично, давай, сальтуху. Вау, круто. Вау, собака тоже, я вам скажу, умеет играть. Вау, ребятки, вы видели, какое сальто я сделал. Ой-ой-ой, крыша не выдержала, провалилась, стеклянная. Это здесь что? Ой-ой-ой, упали, взяли яблочко, но упали. Но ничего. Вау, ребята, провалился мост. Но мы не сдаемся, вы видели, как я косточкой зацепился. Вау, не получилось, ребятки, давайте по новой будем делать. Давайте, что, с самого начала аж? Ого. Да что ж ты будешь делать-то, как с самого начала-то? Давайте уже как-то, я не знаю, что ли.
чтобы было все одинаково, по-честному. Потому что мне этот уровень очень не нравится. Он очень, ребятки, тяжелый, я хочу сказать. Отлично. Вау, ого, ребятки, мы сделали трюк, отлично. Погнали, 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 сальто, и есть. Погнали, 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 сальто, и да, ребятки, отлично, мы приземлились. Сальто еще одно, и опа, все, отлично, еще одно сальто, и мы приземляемся на, вау, на вагон. Упали немножко, все, поехали, поехали, поехали. Поехали, поехали, берем, 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 ай, да что ж ты будешь делать, упал. Немножко упал, ребятки, но ничего, сейчас провалимся, вау. Стоит быть очень внимательным, ребята, косточка моя, держи меня. Ой, да что ж ты будешь делать, а? Воу, собака моя бедная упала. Да что ж ты будешь делать с самого начала, ребят? Ну, как-то же мы должны уже с вами наконец-то пройти этот уровень, или я не знаю, хоть что-нибудь сделать. Так, давайте как-то аккуратненько. Оо, упал на спину и монеты все потерял, ребят. Давайте быстрее, быстрее, быстрее от этого воришку надо приехать. Надо приехать нам первыми, обязательно, вау. Вау, ребята. Посмотрите, как я летаю. Никто, наверное, так не умеет летать, как я. О, все монеты собрали, круто. Замечательно, просто отлично. Я считаю, что это просто классно. Оу, тут, как всегда, мы падаем, потому что проваливаемся. Так, и здесь у нас что? Погнали, здесь проваливаемся. Вау, косточка, держимся. Отлично, пошел, пошел, пошел. Переворот, держимся, 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 отлично. Пошел, 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 переворот, ай, и не достал я. Да что ж ты будешь делать? Не смог я там достать, а как же там достать мне еще раз? Ребятки, очень сложно. Давайте сейчас посмотрим. Бабушка, мне кажется, было намного удобнее играть, чем псом. Нельзя, надо посмотреть, нельзя на бабушку переключиться назад. Давай, давай, погнал, 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 пес. Так, давай, 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 отлично. Опача, все отлично. Смотрите, как красивенько все у нас-то получается. Но теперь стоит отметить, что сейчас будут у нас после поезда опасные затяжные прыжки, ребятки. Так, держимся. Ну что, поехали. Приходится чем-то жертвовать. Вот здесь вот надо зацепиться. Ай-яй-яй-яй-яй. Но я опять не смог. Да как? А как же ж мне там зацепиться, ребятки? Я не знаю, как там зацепиться нам. Правильно. Я просто не знаю. Эл. Давай, 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 давай. Давай, едь быстрее. Давай, давай, песик, давай. Отлично. Отлично. Вау. Держись, пес. Пес Барбос. Так, погнали, 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 погнали. Так, сейчас здесь провалимся. Крыша не выдержит. Ничего, ничего, выезжаем, выезжаем. Отлично, отлично, все. Эй-эй, погнали, погнали, погнали. Быстрее, быстрее, там воришка нас догоняет. Он хочет своровать первые все яблоки. О, этому не бывать. Я соберу все яблоки. Не достал. Видите, ребятки, бывает и так. И что, с самого начала? Да почему ж так все сложно-то, а? Почему так все сложно? Должно быть намного проще. О-о-о. Провалились мы здесь. Даже яблоко не собрали. Давай, едь, что ты стал? Да что ж ты со своим сальто? Давай уже хоть куда-то приедь. Покажи нам, что ты умеешь. Woo!
песик. То, что ты проваливаешься, это просто замечательно, но надо же быть немножко смешленней и не падать. Вот сейчас, смотри, раз, держимся. Ага, два, три, прыжок, держимся. Ага, раз, два, три, прыжок, держимся. Ура, ребята! Наконец-то мы с вами смогли это все преодолеть, препятствия, и отличненько, мы продолжаем нашу замечательную игру. И давайте сюда вот так вот. Вау, ребята, и здесь финиш, отличненько, и мы прошли этот уровень. Правда, этот уровень, ребятки, был для нас довольно-таки сложным уровнем, но тем не менее, ребята, мы с вами его с удовольствием прошли. Так, ну что ж, погнали дальше. Вот здесь на ферме, ребята, поросенки, опять поросята здесь на ферме. Так, самое главное, ой, да что ж ты, как я так мог упасть? Так, поросятам, поросятам, ой-ой-ой, поросятка, привет, извините, дайте пройти, пожалуйста, меня. Я погнал дальше. Так, вау. Вау, 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 скорость, ребята, туалет, вау, фух, через туалет прилетели, ребят, вы видели? Вот это прикол, вау, вот эта высота, опять поросята, извините, дорогие друзья, дайте пройти, пожалуйста, я падаю. Еще одни поросята, опять к поросятам, да что ж ты будешь делать, ребята, дайте проехать, пожалуйста. Вау, я ничего не вижу, где я, помогите, я где-то в сарае в каком-то. Прыжок, бочка. Ой-ой-ой, через бочку, ой-ой-ой, что ты будешь делать, а? Прыжок, вау, фух, опять прыжок. Опа, поехали через теплицу, ребятки. И что у нас здесь? Опять скакаем через теплицу. Ой-ой-ой. Вот это да, вот это у нас уровень. Такой насыщенный. Я ничего не вижу. Дайте мне скорости. Вау, ребята. Круто. Отличненько, ребятки. И мы с вами прошли этот уровень, дорогие друзья. Так, ну что ж, давайте, собственно, продолжим. Посмотрим, что нас ждет здесь. Вулкан, ребятки. Ну что ж, на вулкане песик хочет покататься. Погнали. Вау. Вот это скорость, ребята. Реально. Ой, извините, пожалуйста. Упал разочек, растерял все свои сбережения. Но ничего, мы продолжаем игру, дорогие друзья. Ой, я же не достану. Вау, я разбился, ребятки. Давайте заново. Погнали. Вай-в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 ай
теперь вот так вот держимся. Отлично. И теперь еще раз. Ох, вообще просто супер. Ой, ребята, извините. Упали немножко, но все равно игра наша продолжается. Песик наш воет. Так. Отлично. Погнал, погнал, пошел, пошел, пошел. Вау, где-то через дерево, ребята. Вау. Фух, еле яму мы перепрыгнули с вами, потому что очень сложно довольно. Ого, ребятки. О, первая яблочко, наконец-то оно нам досталось. Ой, извините, пожалуйста. И что с самого начала-то? Ё-моё, я-то думал, что это все шутки. Это оказывается все правда. С самого начала мне надо. Ну, сейчас я покажу, на что я способен. Ой-ой-ой-ой, на попу упал. Опять заново, что ли? Да и что ж ты будешь делать, а? Вау, ребята, разбился я с самого начала. Так, давайте уже доедем, собственно, этот уровень, чтобы уже пройти его и закончить, собственно, этот эпизод. Потому что что-то мне мешает пройти этот уровень, дорогие друзья. Но ничего, сейчас мы с вами все обязательно пройдем. Погнали, погнали, погнали. Вот так вот, отлично, просто замечательно. Вау, круто, 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 круто. Ого, я не понял, почему я назад вылетел-то? Вот. Пошел, пошел, догоняй, догоняй его, догоняй, 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 догоняй. Вау, ребятки, гоню со всей скорости. Ого, это да. Я протаранил и упал, ребятки. Да что ж ты будешь делать? Не взялся. Он взялся, а я нет. Давай косточкой, сейчас возьму. Сейчас точно получится, ребятки. Смотри. Отлично. Пошел, пошел, пошел. Прыжок. Держимся.
Есть. Держимся. Сальто. Еще раз. Отлично. Сальто. Поехали. Прыжок. Сальто. Отлично, отлично, отлично. Едем, 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 едем. Опа, сальто. Так вот, отлично. Едем, 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 едем. Так, проезжаем, проезжаем, проезжаем. Оп, сальто. Сальто, сальто, сальто. Есть, отлично. Так, есть, есть, есть. Опа. Вот так вот. Ой-ой-ой-ой, растеряли все монеты, дорогие. Здесь нужно вот так вот, ребята. Вау, а там нужно сразу цепляться. А как мне там зацепиться-то, а? Мне просто не нужно было падать, ребятки. Я просто упал, и это была моя самая главная ошибка. Если бы я не упал, проблем бы у меня бы не было бы. Да я не достану-то на такой маленькой скорости ехать. Нет-нет-нет. Мы лучше поедем за ним. Пускай он все разбивает впереди. Да что ж ты будешь делать, разбился. Давай, 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 давай. Еще разок. Еще разок. Отлично. Просто супер. Перфект. Опа. Есть сальто. Ой, не удержались. Давайте, давайте. Сейчас покажем, на что мы способны. Давай еще разок. Еще раз. Отлично. Прыжок. Косточка. Всё. Сальто. Косточка. Всё. Сальто, сальто, сальто. Отлично. Еще раз сальто. Отлично, отлично, отлично. Сальто, сальто, сальто. Отлично. Вау. Круто. Самые главные препятствия мы проехали. Осталось нам совсем немножко. Вот тут, вот тут, ребят. Ой-ой-ой-ой-ой. Я растерял все монеты, дорогие друзья. Так как мне там просто удержаться, я не знаю. Сейчас посмотрим. Сейчас уже точно должен пройти. Ой, куда это я назад-то, ребятки? Ой-ой-ой. Хочу вперед, а не назад. Давайте, все, погнали. Вау. Так. Едем, едем, едем. Сальто. Отлично. Вау. Отлично, отлично, отлично. Просто супер. Опа, 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 упали, 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 упали. Давайте еще раз с самого начала. Вау, да что ж ты будешь делать, опять разбились. Так, ну что ж, ребятки, давайте уже наконец-таки пройдем, потому что сколько можно разбиваться, да? Скажите мне, пожалуйста, я уже разбиваюсь 500 тысяч раз, дайте мне, пожалуйста, пройти. Просто очень сложно, здесь самый тяжелый уровень у нас такой появился, который очень тяжело пройти. Очень-очень-очень. Отлично. Ой, ой-ой-ой-ой, упал-упал. Так, погнали. Вау, так-так-так, все отлично. Все, 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 давай, погнали, все. Так, песик, хорош тут выйти, давай уже доезжай. И не балуйся. Так, ну вот, смотрите, ребятки. Один, и сейчас получается, мне надо правильно просто войти. Вот, я не могу войти просто правильно. Вот в чем самая главная проблема. Ух, да, ребята, наконец-то мы зацепились и прошли, да? Ох, отлично, отлично, дорогие друзья, посмотрите, куда нас несут, вау, да что же вы делаете со мной, вау, куда это нас занесли, в вулкан, ребята, я попал в вулкан, падаю, падаю, помогите, 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 я в вулкан падаю, ребята, ой-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 ой, что здесь, что здесь, что здесь, дайте мне куда-нибудь упасть, куда же я лечу-то? Я ничего не понимаю, абсолютно. Я хочу уже... Ого, ребята. Ого, посмотрите, где я, ребята. Я где-то под землю провалился, что ли? Ого, вот это прикольно. Тут это... Это такой прикол, что ли? Ого, ребята, посмотрите. Это какой-то прикол. Вау, я упал в снег, ребята.
Прыжок. Ой. Ура, ребята, наконец-то мы прошли этот уровень. Он такой был тяжелый, просто нереально был тяжелый. Так, дорогие друзья, ну что ж, мы с вами уже открыли кучу-кучу всего. Посмотрите, где и в следующем уровне мы будем играть в городе, дорогие друзья. Но это уже будет в другом эпизоде. А с вами был, как всегда, Юра. Вы были на канале Вечное Детство. Подписывайтесь на мой канал, не забывайте ставить пальчики вверх, колокольчики и оставлять комментарии. Пока-пока, дорогие друзья.